Далее новости спорт, и с ними нас познакомит Денис Косинов. Забыл. Благодарю вас, коллега. А тех, кто еще не забыл, как 4 года назад ездил в Сидней по профессиональной необходимости, через несколько секунд. Хорошее чувство юмора. И к новостям спорта с ними Денис Панкрат. Денис Косинов. Ну, так или иначе, да, о более качественной футбольной технологии через несколько секунд. Международный эксперт, наш выпуск завершен. Всего доброго. Бомжи и диверсанты. Охотники за металлом добрались до железнодорожного полотна. Мужчины и женщины без определенного места жительства разобрали рельсы. Они выкручивали крепления, так называемые балансиры. Причем именно на том отрезке пути, по которому каждый день доставляют топливо до ТЭЦ. Это могло повлечь крушение поезда. Просто вовремя остановили их, они могли так по всей линии пройти. Сбить все балансиры со всех рельс. Сотрудники милиции вовремя заметили бродяг. На момент задержания в их неподъемном мешке было уже больше десятка деталей. Мы бы вообще не брали ничего. Потому что, ну, как говорится, нам это не надо от криминала. Задержанных умников без определенного места жительства стражи порядка доставили в отделение. Все балансиры уже на своих местах. Подвоз топлива на ТЭЦ восстановился. Современный Диоген поселился в коллекторе в центре Нижнего Новгорода. Раньше Николай Акатов был уважаемым и известным инженером, но с тех пор, как умерла его жена, мужчина очень сильно изменился. И, к удивлению многих друзей, поменял место жительства. Хорошую однокомнатную квартиру на яму под теплотрассу. А заботятся о нем только бывшие коллеги по работе. Репортаж Михаила Полковникова. На, вот тебе пока булочку принесла, я тебе потом попозже сейчас. Теперь история из культурной столицы. В Санкт-Петербурге соседи не могут поделить чердак в своем доме и судятся. Чиновник по фамилии Гавлюк подал иск на 78-летнюю старушку. Он требует от нее возмещения морального вреда, который оценил в 500 000 рублей. Гавлюк взъелся на пенсионерку за то, что она заставляет его быть законопослушным. Добивается, чтобы освободил мансарду. Наш корреспондент Александр Корнилов попытался разобраться. То ли бабушка жадничает, то ли сосед Гавлюк крадет квадратные метры. Джордж Буш и Джон Керри оказались братьями, 11 родными. Как пишет сегодня газета «Сан», родственную связь установили американские специалисты по генеалогии. Очередной вопрос от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер, а Марина можно? Марины? Марины у нас, к сожалению, нет. Итак, мы продолжаем отвечать на вопросы прошлого еще.